10 незнакомцев, один остров. Мне ужасно интересно посмотреть на этот негритянский остров. О нем столько писали в газету. 10 преступлений, один палач. Цианистый калий действует мгновенно. Да что это такое? Кто разыгрывает такие скверные шутки? 10 грешников, один ад. Я считаю, что в одного из нас вселился дьявол. Похоже, мы все здесь в конце концов спянем. Александр Абдулов, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский и Алексей Жарков. В фильме Станислава Говорухина «10 негритят». В воскресенье, 18 июля, на ТВ-1000, «Русское кино».